Всем-всем привет! Вы на канале Мила и Милые Увлечения. И сегодня мы с вами рассмотрим куколку от Паула Рейна Мали. Итак, для начала рассмотрим ее упаковочку. Куколка приезжает в вот таком вот прозрачном полиэтиленовом пакетике. Сзади пакета какие-то надписи. Здесь написано Паула Рейна. Я не знаю, вам видно или нет, но тут есть какой-то сайт www.paulareina.com. Надо будет на него зайти. Также тут имеется корона, как и на современных коробочках Паула Рейна. Итак, ну что ж, давайте с вами раскроем эту куколку. Куколка раскрывается достаточно легко. Итак, теперь мы ее должны вынуть. Так, вынимаем нашу куколку. И вот такая вот она у нас, наша куколка. Берем волосик от лица и рассмотрим ее личико. Ну, вот такой вот у нее. Губки бежевого цвета, глазки серо-голубые, бровки светло-коричневые. Пальчики проработаны и на руках, и на ногах. Вот. Далее смотрим ее сзади. И тут мы видим, вот тут, вот я не знаю, вам видно или нет, но тут есть, вот она наша надпись Паула Рейна. Дальше шава. Локоточки почти что не проработаны, не то что у старых куколок от Паула Рейна. Коленки не проработаны особо. Точнее, они не выражены, они не проработаны. Потому что у старых куколок Паула Рейна они с ямочками, а тут их нет. Вот. Вторая ладошка. Вот вторая. Итак, снизу снят трусики. Трусики хочу акцентрировать на них внимание, поакцентрировать. Они беленькие, ситцевые, вот такие вот. Сзади у нее есть попа. Смешная такая. Ну, в общем, как у всех людей, обычная попа. Вот такая. Вот, вот такая попа. Вот такой вот вид волос сзади. Итак, если тебе понравилось это видео, то поставь лайк. Не забудь подписаться на канал Мила и Милые Увлечения. Всем пока! Пока-пока!